Что касается кадрового голода, я думаю, что, в общем-то, в России еще действует некий заговор работодателей. Когда-то давно, 20 лет назад, было прилично платить $1000 в месяц как зарплату. Сейчас это уже неприлично. Нужно просто психологически переходить на другой уровень, потому что возможности есть. И, может быть, молодежь начала бы любить работать.